Прощание с Ниной Ургант прошло в Петербурге в Александринском театре, где она служила больше 30 лет. А вот место похорон родственники не раскрывали до последнего. Если на гражданскую панихиду приглашали всех желающих, то вот про похороны целый день не было известно. В итоге после прощания гроб с телом Нины Ургант отвезли в пригород Петербурга поселок Комарово. Это известное кладбище, на котором покоятся Анна Ахматова, Андрей Краско, Сергей Курехин и другие. Также рядом находится могила мамы Ивана Урганта, Валерии Киселевой. Сейчас могила утопает в море цветов. Там поставлен деревянный крест, обычная табличка с годами жизни. Памятник по традиции будет установлен через год. Приехавшие на место поклонники Нины Ургант увидели, что рядом с фотографией актрисы в молодости горит лампадка. Если приглядеться, то можно найти венки от театра БДТ, от правительства Петербурга, Александринского театра и других людей, близко знавших Нину Николаевну. Актриса скончалась 3 декабря. Последние годы она жила с неизлечимым недугом – болезнью Паркинсона, которую ей диагностировали в начале 2010-х. Ради того, чтобы ей было комфортно, сын Андрей и внук Иван купили Ургант квартиру с видом на Мариинский театр. Там домработница и нашла ее бездыханное тело.